несет река. Что-то страшненько. Тут такие промоины, блин. Страшнее всего то, что его вот наклоняет. О, куда нас, куда ты нас потащила? Уху. Повернула, наклонила. Земля близко. Блин, страшненько, если честно. Сейчас будет страшненько на мою сторону. А ты тем колесом в эту штуку заехал, получается? Тут других вариантов нет. Ой-ой, мы куда? Блин, потом по камере, короче, вот так вот. Чтобы понятно было, как мы наклонились. Мы не вот так стоим, а вот так. Дальше настоящий глиномес пошел. Машине все довезло. Да, ну, тут закопаться, зарыться и все. Плюс мягкая глина, еще эти ручьи. Даже на вездеходе чуть как будто повезет. Жужа такая. Еще как дождями все поразмывало. Была дорога, и все, дорога вся провалилась. Текут ручьи. Так что едем через лес в объезд. Иначе там вообще как-то не то что страшненько, мы там вообще не проедем. Что, дерево упало? Прости, сосенка. Дальше такая же самая история. Дорога вся размытая. Бегут ручьи с бешеной скоростью. Стаскивает то туда, то сюда, и там глубоко, и там глубоко. А нам надо посерединке, да? Ну да. Нас стаскивает. Никакой не остается, потому что колеса спущенные и плюс здоровые широкие. Да вообще все утонуло. Да, вообще все затопило. А, да. Все поля, все луга. Луга заливные. Мы поедем туда. В прошлый раз мы были там, но вот это не было затоплено. Сейчас попробуем здесь. Но осенью, когда ездили, конечно, тут было ухабисто очень. Посмотрим, как сейчас. В любом случае, не лучше, чем осенью. Мы как на этом, на корабле качаемся по волнам. По вот таким вот этапам. Кажется, блин, там на камере не видно, что мы качаемся. Что за ерунда? Слишком хорошая стабилизация. Заливные луга еще не знаю.
заканчиваются, но мы уже близко к речке, собственно, туда мы вообще и поехали. До Мостопаловки, и кажется, Жиздра, наверное, сильно разлилась, и хочется посмотреть, насколько. Там желтенько лед, наверное, даже. Волна пошла перед нами. Ну, что-то прям глубоко, что ли? Мы плывем, да? Да, мы плывем. Может, мы плывем? Нет? Тут вообще ни о чем. А что волна такая идет? Осенью его не было. Он прям глубоко нормально. Хотим попробовать, наверное, по городу проехать. А что, мы же плавательные поплыли. Там вон лед впереди. А, там лед. А что, на лед? Интересно, какой он толщины. А можем заехать на него, что ли, получается? Заехать. Мы на него вряд ли заедем. Вот расклинить нас там может. А, не надо нас расклинить. Тогда придется кому-то до берега плыть. Я плавать не умею. Ну, а лед толстый. Толстый? Не надо нам туда. Ну тогда не надо нам туда. А вон дорога туда уходит. Вот, поворачивай тогда на дорогу. Короче, выплываем, едем на дорогу. Воу, что-то там глубокенько. А откуда здесь столько воды? Почему здесь так глубоко? Что-то вообще не понимаю. Дорога из озера выходит туда. И нам, может, вот там как-то вот здесь острова лежит, говорю, стоит. Там, по идее, наверное, не так глубоко. А, мы, получается, по льду, поэтому он на дне был, что ли? Привет. Серьезно? Мы встали на полколеса. Чего мы не плаваем? Мы в лед уперлись. А, мы уперлись в лед и не плывем. О, мы плывем, да, плывем? Сейчас мы в сторону плывем. Все уже. Короче, мы чуть-чуть проплыли, кажется. Здесь, ну, то тоже есть. Но мы ни разу не плавали, вот поплавали. Прикольно. А я всегда боялась, потому что я плавать не умею. Ура, товарищи, кажется, мы выплыли на дорогу. Обратно там поедем. Обратно где? Смотри, кто там? Кто? А, это в речку. Я думал, это козы какие-то идут. Это лед по реке плывет. Это ее отсюда видно. Прикинь, как она вот. Это походу речка здесь. А, это речка приплыла. Это Жиздра разлилась, так охренеть. Да, потому что вон вода, смотри, ее видно. А, отсюда. Ну да. Ну да. А, ну да, мы же приплыли уже. Приплыли. Это, короче, в прямом смысле мы по реке сейчас плыли. Это Жиздра разлилась так. В общем, разлилась Жиздра вообще так прилично. Вот это вот все деревья стоят в воде, и это далеко не берег. Это я не на берегу стою, берег где-то вот там затопленный. Вот это все затопило, все разлилось. И там, где мы ехали, это все тоже речка разлилась. Обалдеть. Течение бешеное прям.
Вот такие вот весенние паводки. А вот напротив берег, вот этот, он там 4 метра вообще высотой был когда-то, как бы не больше. Нет, не 4, даже больше. И вон вода почти дошла. Офигеть, офигеть.